В Ульяновской области началась подготовка к единому дню голосования. В общественной палате региона состоялось заседание регионального общественного штаба по наблюдению за выборами. Во время мероприятия региональная общественная палата подписала соглашение с местными НКО и муниципальными общественными палатами, направленные на организацию наблюдения за выборами, которые пройдут в сентябре этого года. И на сегодняшний момент у нас готовы проекты соглашений с двумя муниципальными палатами. Это город Ульяновск и Кузоватовский район, где непосредственно будут проходить до выбора, и с общественными организациями. 8 сентября в Ульяновске состоятся до выборов в городскую думу 6-го созыва. За 9 вакантных мест поборется 51 кандидат. В Кузоватовском районе пройдут повторные и дополнительные выборы в Совет депутатов муниципального образования «Безводовское сельское поселение». Ко дню голосования будет подготовлено порядка 200 наблюдателей. Подготовка будет включать в себя обучение и итоговое тестирование. Мы готовим общественных наблюдателей максимально серьезно, с серьезным подходом. Поэтому можем гарантировать то, что то наблюдение, которое будет осуществляться в единый день голосования, пройдет максимально эффективно. Будет обучено порядка 190 человек. Стоит отметить, Институт общественного наблюдения в Ульяновской области работает с 2018 года, и результаты этой работы говорят сами за себя. На прошедших президентских выборах не было зафиксировано ни одного нарушения, что свидетельствует о высокой квалификации наблюдателей и их важной роли в обеспечении честных выборов. Кирилл Савосин, Анатолий Расухин, Управда ТВ.